Всем физкульт-привет! С вами Александр Маркелов. И между нашими тренировками мы продолжаем проводить так называемую рубрику о вкусной и здоровой еде. Сегодня всех вас я хочу познакомить с горячими бутербродами с сыром сулугуни и лавашом. Продукты, которые необходимо будет приобрести для приготовления данных бутербродов, достаточно очень просты. Сейчас я вам их покажу. Итак, для наших горячих бутербродов нам потребуется лаваш, так называемый армянский, тоненький, помидоры, сыр сулугуни, петрушка, кинза и приправа по вкусу. Ну, я тут набор перцев, включая черный, белый, красный, халапеньо. Ну, набор это по желанию, по вкусу. Можно просто посолить, кому хочется. Можно просто поперчить. Все по желанию. И первое, что мы сделаем, это мы сделаем заготовки, чтобы нам потом осталось только, что называется, накрутить и закинуть на сковородку. Мы берем лаваш, аккуратненько его разматываем. И теперь необходимо с помощью либо ножниц, либо ножа, кому как удобно, нарезать на определенные кусочки. Размер определять для себя сами. Рулечки какого размера у вас будут. У нас получился вот такой вот небольшой кусочек, который мы будем закручивать, делаю примерно вот такие вот рулетики. Чтобы ваш лаваш не засох, мы уберем его родной пакетик до тех пор, пока мы будем готовить остальные продукты, так называемую заготовку, нарезая определенной формы. А начнем мы с зелени. Петрушка и кинза. Когда мы доходим к стеблю, его выкидывать ни в коем случае не надо. Стебель дает особенный пикантный вкус. Поэтому прям до самого корешка режьте, не стесняйтесь. Единственное, не сильно крупно, а я рекомендую сделать его помельче. Это стебель. Зелень мы петрушку, кинзу перемешиваем. Нарезать сыр, опять же, по желанию. Кто-то любит тоненький сыр, кто-то потолще. Я люблю, ну так, средний, где-то 3-4 миллиметра толщина ломтика сыра. Дальше переходим к помидорам. Я взял розовые, люблю их. Они очень вкусные, сладкие и сочные. Поэтому рекомендую, возьмите чуть подороже, будет повкуснее, послаще. Также нарезаем их ломтиками. Осталось теперь
завернуть рулеты. Что касаемо специй. У меня здесь набор. Сейчас специально зачитаю, что в них входит для тех, кому интересно. Как говорится, только натуральный продукт. Вот здесь вот эксклюзивный вариант. Здесь только один перец, так называемый халапеньо. Сушеный халапеньо и больше ничего. Это для тех, кто любит поострее. А я уж поверьте, лично я люблю поострее. Но так как бутерброд буду кушать я не один, позабочусь о своих близких, родных, чтобы им тоже сильно не жгло. Тут халапеньо. Здесь. Вот мелковато здесь написано. Итак, состав. Чеснок, лук, томаты, чили, розмарин, тимьян, базилик, чабрец. Все. Это одна смесь. Здесь, ну тут здесь сбор перцев. Ну сейчас зачитаю, что еще. Состав. Соль морская, черный перец, лук гранулированный, жареный, чеснок, кориандр, розмарин, розовый перец, тимьян, чили. Вот такой вот наборчик в этом. В этих приправах. Ну что, начинаем почти крутить рулеты. Сыр. Помидор. С халапеньо. Зелень. Попал перец в нос. Прям хорошо. Прожгло. Травочек. Сыр. Помидор. Зелень. Закрутишь. Ну вот, у нас получилось вот такая вот небольшая пирамидка рулетов. Осталось теперь их обжарить на сковородке с двух сторон, буквально 3-5-7 минут, в зависимости до красивой румяной корочки. Ну что, готовлю сковородку, ставлю ее на плиту и начинаем обжаривать. Для обжарки нам понадобится подсолнечное масло. Много не лейте, не надо. В процессе обжарки бутербродов маслица нужно будет по чуть-чуть подливать. Ждем, пока у нас накалится сковорода, и начнем по чуть-чуть аккуратненько закладывать наши бутерброды. Вот как они выглядят вблизи. Посмотрите, красота какая. Лепота. Ой, скоро будем кушать. Приготовим чистую тарелочку, куда будем складывать готовые бутерброды. Аккуратненько выкладываем.
Проверяйте, насколько подрумянились ваши бутербродики, чтобы случайно не перегорели. Если видите, что масло уже все впиталось, можно немножечко подлить. Посмотрите, какая у нас румяная красота. Ой, запах. Ой, просто непередаваемый. Поверьте. Уже прям хочется немножко скушать. Подождем, пока приготовим все бутерброды. Подливаем маслицу. И выкладываем новую порцайку бутербродов. Ах! Аккуратней, аккуратней, чтобы не обжечься. Вот они, смотрите, как красота. Ой, чуть не уронил. Непередаваемый запах. Я, наверное, все-таки съем один. Это очень вкусно. Поверьте, очень. Капает. Подольем немножко масла. Наши бутерброды готовы. Они просто тают во рту. Ну что, друзья, всем приятного аппетита. Занимайтесь спортом. Не болейте. Правильно питайтесь. И живите долго. С вами был Александр Маркелов. До встречи на следующей тренировке. И на нашем приготовлении еды. Пока.
пошел угощать своих родных.